Добрый день. Добрый день, господин посол. Затем находится новый совет. Встречаясь с послами, которые заканчивают свою работу в Беларуси, я говорю одно и то же. Печально, но факт. Такова жизнь представителя дипломатического посольства, дипломата. Он приезжает в ту или иную страну на определенный период времени. И, конечно же, то время приходит, когда он, закончив свою миссию, возвращается на родину. Естественно, мы могли бы сделать значительно больше, но все то, что было сделано в этот период вашей работы в Беларуси, оно явится основой, фундаментом будущих наших отношений. Конечно же, как я уже сказал, больше могли сделать, но ситуация, которая складывается в мире и вокруг Ирана, и Беларуси, к счастью, заставляет нас быть ближе и искать те формы сотрудничества, которые сегодня востребованы. Вы знаете, что в ближайшее время, в середине марта, я планирую по приглашению президента Ирана побывать с визитом в Иране. И там мы обсудим существенные вопросы наших отношений. Абсолютно убежден, уже визит прорабатывается на основании этих материалов. Я абсолютно убежден, что это будет значимая наша встреча и переговоры в Иране, которые выведут нас на более высокий уровень сотрудничества. Но главное, мы не должны потерять вот этот момент и это время, чтобы наладить наши отношения на более высоком уровне. Встречаясь недавно с президентом России, он мне подробно рассказал о совместном проекте России, Азербайджана, Ирана по строительству железнодорожного и автомобильного пути север-юг. Мы в этом очень заинтересованы. Очень заинтересованы. Поэтому это из важнейших тем нашего разговора. Я не стану говорить о значимости товарооборота между нашими странами. Он нормальный, но хотелось бы, чтобы был более объемным. Скажу только одно, что нам надо переходить от простой торговли к кооперации. Нам надо вместе в Иране и в Беларуси создавать совместное производство. Вы видите, что задач перед нашими государствами стоит много перед руководством стран. И я очень надеюсь, что ваша дальнейшая работа, в том числе и в Тегеране, будет способствовать углублению наших отношений. Я думаю, что вы лично в этом будете заинтересованы.